Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на пост министра внутренних дел он выберет губернатора Северной Дакоты Дуга Бургама, бывшего руководителя компании-разработчика программного обеспечения. Трамп сделал это заявление на гала-концерте в своем загородном доме во Флориде в Мар-а-Лаго, добавив, что он сделает официальное заявление в пятницу. После своей победы на выборах Трамп сделал множество выборов в свой кабинет и на другие высокопоставленные посты в администрации. Во вторник Трамп назначил Илона Маска и Вивека Рамасвами, бывшего кандидата в президенты от республиканской партии, возглавить недавно созданный департамент эффективности государственного управления. У нас есть человек, у которого очень высокий IQ. Он запускает ракеты последние 3 недели назад, а затем поехал в Пенсильванию проводить предвыборную кампанию, потому что считал это более важным, чем запуск ракет, которые стоят миллиарды долларов. Илон Маск. Илон Маск. Илон Маск, что за работа? Какую работу он проделывает? Это действительно хороший парень, сильный человек. Знаете, ему нравится то, чем он занимается. Он хорош. И он проделал фантастическую работу, действительно невероятный ум. И эти невероятные предприниматели, вроде всех, которых я спрашиваю, а что вы делаете лучше всего? И мы смогли в этом разобраться. Много чего. Еще один великий ум, отличный парень и такой популярный. Я думаю, что он на правильном пути. Он хочет сделать американцев здоровыми. Последние несколько лет, проходящие в нашей стране, буквально сводили его с ума. И демократы отнеслись к нему не очень хорошо. И я думаю, они установили какое-то правило, согласно которому ты должен был сделать это. Ты должен был набрать 70-75% голосов, чтобы претендовать на участие в предварительных выборах. Это было довольно сложно получить. У него дела шли невероятно. Вероятно, хорошо, и он решил, что не сможет этого сделать. Стал независимым. Теперь он шагает по дороге вместе с нами. Сегодня я номинировал его, потому что если вам нравится здоровье, и если вам нравятся люди, которые живут долго, это самая важная должность. Роберт Кеннеди-младший, Бобби. And I just looked at the news reports. People like you, Bobby. Я только что посмотрел новости. Люди такие же, как и ты, Бобби. Осуществим все возможное, чтобы люди стали более здоровыми. Мы собираемся сократить расходы на электроэнергию, собираемся сократить ваши счета на электроэнергию вдвое. И это, вообще-то говоря, снизит все затраты и бизнеса. И у нас будет совершенно новое, большое объявление. Я вам этого не скажу. Я не скажу вам имя точного имени человека. Я думаю, он невероятный человек. У него невероятно замечательная жена по имени Кэтрин. Поэтому я не скажу. Скажу вам его имени. Может быть, что-то вроде Бургама. Бургам, он из Северной Дакоты. Завтра его объявят на очень важную должность. Так что все ждут. Вот он. Привет, Дуг. Завтра его объявят, и у нас есть еще кто-то, невероятно придет с ним, чтобы сделать такое важное заявление. Мы собираемся делать что-то с энергией и недрами земли. Это будет невероятно. Поэтому я с нетерпением жду официального объявления, хотя сейчас это довольно важное объявление. В самом деле он собирается возглавить Министерство внутренних дел, и он будет фантастическим. Congratulations, Catherine. Хорошо, Дак, поздравляю, Кэтрин. But we'll make the formal announcement tomorrow, all right? Но официально объявление мы сделаем завтра. Thank you very much. Thank you.